Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас коллекционер, трата самоцветов. Все как всегда, мы на аккаунте моего подписчика с ником Сармат. Зовут его Донат, ну я надеюсь, возможно, и так его и зовут. Так он подписан в ВК. У нас сегодня, по идее, будет чудный роллинг. 61к самов. Донатненький аккаунт. В принципе, у него есть нужные герои. Сейчас посмотрим. Сразу же череп падает. Так, коллекционер, понятно. Посмотрим, что ему надо по героям. А надо героев очень мало. Космо и ледяха. Блин, мы сегодня всем ледяхи выбиваем. Вот я надеюсь, что он здесь выпадет. Ну, просто он должен здесь выпасть. Три предыдущих аккаунта и на всех выпал ледяной феникс. Это, ну, как бы, я не знаю, это судьба. Посмотрим, что у нас получится здесь, надеюсь. На удачу, конечно, вы знаете, что при таких условиях, когда у тебя два недостающих героя, это реально очень сложно сделать. Ну, попытаемся это сделать. Ну, тут понятно все. Тут хороший, правильный донат. Тыковка еще не докачанная. Ну, видимо, аккаунт недавно создан. Есть еще что качать. В принципе, для его силы такие герои все есть практически. Вообще супер. Мне интересно. Еще разок зайду. Так, огника нету. Некроса. Ну, таки, ну, видно, умеренный донат. Сейчас посмотрим, что по осколкам. Космо, ледяха. Огник 35 осколков. Ну, есть к чему стремиться. Так, находится он в гильдии. Святая Спарта. Первые, вторые, третьи места. БГ активная, КГшка посели. Вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Будет вам счастье. А мы поехали, будем пробовать что-то заролить. Не что-то, а два недостающих героя, конечно. Это будет реально очень жестко. Такс. Алтарь. Вот алтарь. Сложно на каждом аккаунте найти алтарь. Здесь всех по-разному все. Окей, поехали. Попытаемся. Профессор Рибит. Друид. Ну, такое. Королева Гарпий. Опять бог грома. Что-то, конечно. Ну, я не знаю, в таких случаях я всегда говорил, Бигфут, лучше не ролить, лучше просто само оставлять на прокачку героев. Потому что шанс выпадения очень-очень маленький. Вам может нападать куча имбовых героев, но в итоге то, что надо, ну шанс вы сами понимаете, если там героев 50-70, а каких 70, 86 на сегодня, шанс на то, что что-то выпадет, ну очень маленький. Досчитайте 1 к 86, при том, что у вас будет куча падать еще слизней разных. Сердцеедка Гаргул, ну пошла жара. Куча разных доп героев, они будут повторяться, то есть вы сами должны понимать, что шанс на выпадение какого-то имбового героя очень-очень маленький. Поэтому реально перед тем, как ролить одного-двух героев, реально задумайте, что все-таки лучше. Ничего себе, смотрите, что они чудят. Махатма, конечно, это имба. Интересно, минуснет Фрейю или нет? По идее, должна. У нее нету столько отхила, сколько здесь дамага.
Давай, бабулька, тащи. Я думаю, что это такое? Это ледяной бьет. Смотрите, как Фрея вражеская выживает. Неплохо. Сколько мы уже ее бьем? Минуту целую. Так, собрались. Собрались. Надо гол. Атлант. Атлант это совсем не то. Махатма, но неплохо. Паладин, Медуза. Знаете, такое чувство, что мы повыбивали всех ледяных фениксов на предыдущих аккаунтах. Так, Ара. Инженер Гаргул. ПБшка. Блин, ну классные герои падают, но они все есть у него уже. Ты уже, ты знаете, как у меня роллинг, когда ты ролишь, и тебе уже ничего не надо. 12-15. Ну, слизни радуются, берем, хоть часть лазули собрали. Так, ну мы не сдаемся. Кстати, у нас только один космо упал. Ну, как бы не один, но за роллинги, которые я другим ролю сегодня, пока только один. Лазули там, конечно, нападала. Так, ребят, где-то мы близко-близко очень. Влад Дракула, смерть. Суккуб. Малышник Ара. Бугимен. Это жесть, ребят. Это просто жесть. Нифига себе, смотрите, как Махатму просто ушатали. Смотритель просто Фрея. Ну вот его тоже Фрея шатает довольно-таки прилично. Ну она у него с 9-м пактом. Так. Знаете, это чувство, когда ожидаешь эту имбу, а тебе падает паладин. Ронин. Да какой Ронин? Опять фараон. Ну вот что на это сказать, ребят? Просто нет слов. Да, классно все, классные герои выпали, все дела, ну блин. Еще раз говорю, как бы чисто совет, когда у вас там не хватает 2-3 героя, и у вас есть эти самоцветы, лучше качните их, вложите в героя где-то. Это будет больше пользы для аккаунта, чем вы их просто сольете. Понятно, что на коллекционере топовые плюшки там падают, все дела. Вот мы, допустим, тут... Можно кучу разных там им вытащить там на прокачку, сэкономить кигашки. Но это не та акция, точнее не тот вариант. Говорю, я уже просто переролил кучу разных этих и нету смысла. Вот посмотрите, что у нас по героям. ПБшка, Махатма, Бугимен, да, вот Бигфут. Риббиты там нам упали. Ну классно все, круто. Но, блин, у тебя этих героев и так все, в принципе, они есть. Смысла вливать, ну, там, накопленные или купленные самоцветы. Вот то же самое у меня на русском сервере, на английском сервере. Сами копятся из-за того, что я просто не ролю. Потому что мне нечего ролить, те коллекционеры, ну, смысла не имеют. Даже если бы имели там смысл 1-2 героя, его все равно будут... Там через некоторое время продавать, поэтому лучше там прокачать, сделать прокачки, сохранить те же самые самоцветы, может что-то будет получше. Но это у меня такое мнение. Все, пишите комменты, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем, как всегда, удачного дропа. Бывают и такие роллинги, донатам не так везет, потому что у них больше всего есть и меньше всего падает нужных героев, потому что у них их там
Они практически все есть. Все. Всем удачи, всем пока.